лицее номер 11 имени Владимира Мендельсона прошел турнир по мини-футболу памяти героев, павших в Афганистане. Первый в лицее турнир был организован еще 32 года назад, сразу после гибели героя-интернационалиста Владимира Пальшинцева. Идея его проведения принадлежала самому Мендельсону. Он организовывал их лично до 2005 года. Когда в 2005 году Владимир Григорьевич ушел в мир иной, я продолжил эту традицию. И надеюсь, что пока я жив, она сохранится. Сам Михайлов служил в Афганистане с 1981 по 1984 годы офицером, а потом продолжил службу в вооруженных силах. По мнению капитана в отставке, работа с детьми – это единственный способ сохранить память о той войне. Ученикам этого лицея, а также командам, приглашенным из других образовательных учреждений, ветеран рассказывал о том, что такое долг и о том, за что сражались мужчины три десятилетия назад. Ну а что же сами матчи? На поле ребята были активны и уважали друг друга. Но главное не игра, главное память и правдивые знания об афганской войне, которых у ребят после турнира стало пусть немного, а больше. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.